This land is big, beautiful, and severe. And the people who lived here were beautiful. I remember I was looking at the old pictures dating back to early last century. The pictures of the reindeer herds and those people were truly beautiful. They knew who they were and what they did. They enjoyed their life and their work. They maintained their identity and they were happy with their world and the people around them. I believe that only the person who was raised among beauty and harmony feels beauty and harmony. На материк уедешь, вот там хорошо, конечно, после зимы долгой нашей. И потом без такого простора, там кругом деревья не видно далеко, а здесь все на горизонте все видно. И вот, может, и все это передается, как-то хорошее ощущение. Простор, может быть. Учили родители, как пасти оленей, как охотиться, как море знать зимой, летом. Воспитан так просто, чтобы такого не делать плохого людям, просто побольше, чтобы хорошего было всем. Как воспитывали раньше. Да, и хочу передать моим детям, чтобы они потом своим детям передавали. То, что знаю, передать не только сыну, и всем, наверное, молодым. Я немножко радуюсь, когда он чем-то занимается, сын мой, полезным делом, и дочка. Дина просто больше занимается с ребенком своим. Она не забывает то, что мать показывала, какие растения растут. Вот это вот она, молодец, все передает дочери своей. Научила этой игре бабушка. Берешь 6 камушков, раскидываешь их. Нет, подожди, ты сначала все камушки высыпи. Так, клади сюда руку. Вот так вот, домиком. Пока подкидываешь, ну, подкидывай камень. Не получается. Я родился вот на этом месте. Вон сопка. Ну, было вот такой в 62-м году. Вот это вот дома разрушили и переселяли нас вот в поселок. Ну, здесь я родилась и выросла. Сегодня привезла сюда свою дочку посмотреть. Поселок называется Нуняма. Это был охотничий поселок. Естественно, традиции все и обычаи все соблюдались. Сохранятся никогда, они будут адаптированы к современной жизни. Конечно, это трагедия, но все сохранить, мне кажется, невозможно. Сейчас, тем более, когда мир развивается такими гигантскими шагами. Но все-таки знать что-то, что вот присуще твоему родному краю, что составляет суть
твоего края, это нужно все-таки знать, чтобы не быть потребителем. Если бы не папа мой, если бы не родственники мои близкие, старшие, я бы никогда этого не знала. Ведь все передается с поколения в поколение. То есть родители учат детей, я буду учить своих детей. Моя дочка, может быть, научит чему-то своих детей. Была мечта у меня как создать тут свой мир, что ли, как вот биосистему свою такую, чтобы детей маленьких научить родному языку, потому что сейчас языковая среда утеряна, ее нету. Люди забывают свой родной язык, и на нем говорят единицы. Вот сюда положи. Вот сюда. Не нами сказано, что народ без языка – это не народ. Я, например, эту аксиому безусловно принимаю. Хотя бы потому, у нас ведь проблемы-то с языком. Начались еще времена, когда мы были совсем молодые и еще жили в интернатах. Уже тогда находились люди, которые были недовольны, если мы, будучи в интернате, разговаривали на родном языке. Но дело в том, что это единственный язык, на котором мы прекрасно друг друга понимали, прежде чем по-настоящему освоили русский. Да, я прекрасно понимаю благие намерения людей, которым почему-то становится жалко, что мы в таких суровых условиях проживаем. Но дело в том, что нашей-то цивилизации 5-7 тысяч лет. То есть наша цивилизация зарождалась примерно в то же время, когда существовала Троя, Вавилон, Древняя Греция. То есть те древнейшие культуры. Может быть, наша цивилизация развивалась более медленными темпами, но суметь сохранить в течение 5-7 тысяч все, и свою душу, и язык, это очень много. Это переходило от поколения к поколению. Я почему вот заговорил, что многие вещи для нас, например, гораздо важнее, допустим, чем для белых. Например, душа, сердце, мысли мои. Правильно? Мы дети природы, вы понимаете? Мы вот живем среди природы и чувствуем, что мы являемся ее частью. Оказавшись один на один, мы с удовольствием переходим на родной язык. Мы начинаем скучать без него. Не может быть, чтобы наши внуки и дети тоже в свое время не заскучали. Язык – это душа народа. Язык просуществовал столько времени, ведь он один из самых древних языков. И стыдно нам становится, что мы забываем язык. Мы с Ниной Булитовной сегодня, например, работаем над учебниками уже не для знающих, а для тех, кто не знает его. Вы понимаете, мы вынуждены констатировать этот факт. У нас еще почему усугубляется вот эта языковая проблема? У нас очень много смешанных браков. Я не против любви, ради Бога. Это прекрасная вещь. Но когда люди, вступившие в этот союз, оба за то, чтобы сохранить язык, традиции и обычаи. И не на словах, а на деле. Каждый день нужно показывать. Ведь вся наука народов Приполярья, в чем заключается и все вот эти методы воспитания, да? Смотри, слушай, запоминай с нашей стороны, показывай, рассказывай. Все знания, все то, что вот наша цивилизация сумела сохранить, они сохранились вот до сих пор, да? Только через язык. У нас же письменности как таковой не было, она в прошлом веке только появилась. Once I was talking to a Tlingit, and he said, we cannot live exactly the way our ancestors did. Say, a technician, a poet, a musician do not necessarily have to take a harpoon and make their living in whaling, but they can be Eskimos, Tlingits, Athabascans within their hearts and maintain their identity.
And their identity is what makes them strong. And the person's identity and personality start in the family. Say, the family customs and upbringing are essential for a person. The family and the social environment make a basis of the person's future, his or her behavior, and the way he or she is going to act in different life situations. Выпивала, вот видела слезы детей. Слезы у дочки увидела, которая не хотела идти домой. Когда уже решаешь, что это действительно вот не тебе надо, а детям, надо их поднимать. Поднимать их не кто-то будет, а ты. На тебе такая ответственность за них. Посоветовалась с мужем, он прям навстречу мне пошел, даже помогал. И вот так вот сделали? Ну и дети мне помогали. Детям спасибо. Чем-то все время старались меня занять. Ой, а в этом году мы первый раз устроили соревнования большие. Посоветовались, решили провести первую Олимпиаду в селе Лорин. Ну да, моя идея. У нас народ очень хороший, спортивный. Некоторые даже пить перестали. Спортом стали заниматься. Из 9 часов спортзал был заполнен. Там были женщины, бабушки. За женщин так радостно. Вот, а вторые игры мы провели в марте. А про регату в это время уже начинаем со спортзала. Там разминаемся, пока войдем в форму. И бегаем. Через день ходили на тренажеры. Через день бегали вот мы до Лоринки. Форму себе набивали. В моей бригаде, в моей команде в основном аканистские женщины, у которых тоже есть дети, не один, по два. Они более сплоченные, мне кажется, более легкие на подъем и более ответственные. Они там яранги стояли почти одна к другой. Жили дружно, стойбище ж там было. И вот когда взрослые уходят на море, там кто-то с детьми остается. Когда вот они придут с охоты, все идут за мясом, мясо наверх поднимают, даже дети. А детям потом давали разносить мясо по ярангам, кто вот не мог себе принести. Вот так и выросли каждый был чем-то занят.
готовили все вместе мясо, готовили вместе все растения. А так поодиночке бы никто не вышел. Большая ответственность лежит и за мужа, и за сыновей, и за детей, которых родила. Вот. А может, мы так были воспитаны, что кому-то, может, тяжело. А вот ну, для нас это как будто так и надо. Как спаянная маленькая компания. Вот. Старший у меня, когда школу закончил, он сдал экзамены в колледж. Но так как он вырос на море, и вот море ему более знакомо, чем преподавание, например, он не поехал учиться. А сейчас не жалеет, что он охотник. Как матушка моя говорила, что они с маленького возраста брали охоту. Ну, я возле, все время возле папы сидел. Возле мотора. Прятали нас, пограничников, чтобы ездили, учились ремеслу этому. Последние дни они все время на базе Акани. Там идет морж, вот они его готовят. Завтра они идут на кита. Завтра мы их ждем домой всех, троих сыновей и мужа. И будут они заниматься байдарами. Байдарами, веслами и вельботами. Будут готовиться на регату. Ну, в Лорино здесь очень много проживает спортивных династий, подрастают ихние сыновья и также принимают активное участие в соревнованиях как в гонках на собачьих упряжках, так и парусно-весельной регате.
помогли. Трудно. А мы не думали, что молодежь вперед пойдет. Ломули. The last 5 years of Chukotka's history are unlike anything in the history of Russia. The people were desperate, the salaries were not paid, and there were neither money nor household utilities. And suddenly all these changes happen and people see the changes to the better are possible. Say miracles are possible, but the main miracle has to happen inside you. And other things like new homes, food in the stores, and regular salaries are only additions to this miracle. The main changes must happen in people's minds. Меняется жизнь хорошему было. Вот мы 10 лет жили как-то. Выживали даже здесь, вот, с 90-го года до 2000-го. А сейчас вот смотрю, все появляется снова, все меняется хорошо. Только бы все самим тоже надо делать, чтобы еще и лучше стало. Вот когда Путин был, вот это Путин вроде нас оживили. Еще анаторский вот это вот Апрамович. Вот это вот тоже трудится. Вот Путин стал президентом, ему лучше стало. Вот каждый год лучше. А вот 7, 5, 4, 6 лет было, ох, знаешь, трудно. А сейчас вроде лучше вот становится. А не знаю, как другие там, а вот Чукотка лучше. И я сам хозяин. И вот у нас мотор, оружие, вот так вот. Всякие машины, вот мотоцикл, вот все, вильпот, моторки, вот это наше. У нас везде началось какое-то преобразование в образовании, в медицине. Люди меняться стали. Я думаю, что само вот изменение, уход от серости к другому, даст каждому уже другое ощущение. Это, наверное, ощущение свободы и более какой-то уверенности, что ли, что все-таки в жизни все может поменяться. У нас началось строительство. Ощущение собственного дома дает огромную радость. Дом есть дом. В нем так уютно, хорошо, светло. Я думаю, что каждый человек, вот если частичка мечты какой-то осуществится, он счастлив, ну, необычайно, наверное. У нас будет проболение. Мы ждем внучку. Мы ждем для нее пеленки. Вот. Так что не зря нам дали большой коттедж для прибавления. Я еще помню, в детстве нам говорили, что когда мы вырастем, что у нас будет поселок типа города. Мы были маленькие, еще в садик ходили, и еще говорю, ну ладно, будем ждать. Потом, когда мы выросли, у нас получилось обвал. Все дома стали рушиться. Потом в один прекрасный момент меняется губернатор и все переделывает. За какие-то 4-5 лет, считаю, весь поселок изменился. Все получили отдельные домики, это вообще прекрасно. Кто желал, тот получил.
У меня 4 девочки, старшие будет 13, самая младшая у меня 5 лет. Потом еще 2 девочки со мной стали жить. Кто в комнате сидит, кто в зале, кто где, кто гуляет. Считаю, я их почти не вижу. Я сначала думала, что мне маленькие дадут. Я думала, как мне, для 6 детей это слишком мало. Потом сказали, что вот этот, считай, посередине, обзор большой, со всех сторон окна. Скоро будет год и 3 месяца. I have a little baby son. He will soon be 1 year and 4 months old. And I have so many new impressions and feelings. So much more work to do. And of course, raising a baby is not easy, but this is what really matters. Raising a child is rewarding and exciting, and I want my son to keep discovering and enjoying this world. I want him to be happy with the world he will live in.